Так, задание номер два. Полет камикадзе. Зума практически нету. Ветерочек. Ну, примерно 1 метр в секунду. Ну, с Богом. Полетели. Проверяю, как все дергается. Очень чувствительный аппаратик. Вот, бросаю управление, вот он летит. Пол газа примерно летит. Сейчас подведу поближе. Практически в уход. Маленький поддергивает ветром. На третий газа висит. Переворачиваем бочку. О, бросаю управление. Оп. Вот висит вот так вот. Ну, конечно, пилот из меня еще тот. Сейчас еще посмотрим, как Samsung снимает. Я думаю, надо еще на козырек установить прицел, чтобы видеть подробнее самолет. Не боковым зрением, а чтобы он в середине. Вот, все. Попытаюсь еще ближе подпустить. Вот он тут, родной. Все это художество примерно на 1/3 газа. Ну все, короче, фильма вторая заканчивается, садимся. Тут травы много, очень часто капотируют об травку. Вот примерно так все село.